Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня я расскажу вам о проекте Parallel Finance. То есть, что это такое? Это продукт, который строится на Polkadot, на Substrate. Это, опять же, marketplace, который может принимать деньги, давать взаймы, слаживать деньги в стейкинг, то есть и платить вам процент. То есть вот такой вот DeFi продукт стандартный. Собственно, в чем вообще интерес? Интерес в том, что проект находится на начальной стадии, но у него уже практически готова application. То есть вот я сейчас открыл, загрузится. Законнектиться к моему Polkadot.js extension. И мы видим, что апка практически готова. То есть она не то, что практически готова, а уже полностью функционирует. То есть здесь можно видеть наши средства на кошельке. Здесь мы их можем как заводить. Допустим, вот депозит в marketplace. Ну, у меня нечего заводить, у меня уже все заведено. Так и выводить. Допустим, вот мы нажимаем withdraw, confirm и вводим пароль. Пошла транзакция. Ну, тут все работает, я уже потестировал. Собственно, тестирование этого приложения — это одно из заданий для участников Дискорда, который я сейчас покажу. Здесь мы опять же видим, что можно как сделать депозит, так и сделать заем. То есть в этом приложении, опять же, я повторюсь, все работает, я только что это тестировал. Здесь есть стейкинг, можно положить в стейкинг свои КСМ и получать, соответственно, процент. Что еще интересного есть на сайте? На сайте также мы можем посмотреть тех, кто инвестировал, то есть инвесторов в этот проект. И здесь мы видим Pantera Capital, Polychain Capital, Alameda Research, получили грант от Web3 Foundation. То есть проект достаточно серьезный. Такие фонды не влаживаются в какие-нибудь скамы или еще что-то такое слабенькое. Такие фонды обычно делают хороший ресерч и влаживаются именно в сильные проекты с хорошей командой. Вот. Опять же, что намекает на то, что это хороший проект? А намекает на это Discord, потому что здесь, вот посмотрите, огромное количество групп. Это я вам хочу сказать, что еще проект такой более-менее начальной стадии. То есть здесь очень много групп, здесь очень подробно все расписано, очень хорошая поддержка. И если зайти в FAQ и почитать, то есть что здесь можно делать, за что можно получать баллы, то здесь, опять же, огромное количество заданий. То есть можно приглашать друзей, участвовать в различных активностях из вот этих вот групп Content Bounty 1 и Content Bounty 2. Быть активным в чатах, креативный контент делать, генерировать какие-то новые идеи. Поддержка в Твиттере, искать ошибки, допустим, в приложении, если вы тестировали и нашли ошибку, то опять же за это вам начислят баллов. Быть активным в комьюнити, креативным, то есть делать переводы, делать видео, опять же, делать контент для ТикТока и многое другое. То есть огромное количество заданий, причем они несложные, в принципе, можно заработать большое количество баллов, но есть нюанс, пока что не говорят, для чего эти баллы. То есть вполне возможно, что будет какой-то либо
приватный сейл, возможно, для участников, либо наградят просто токенами, раздадут. Пока что это неизвестно. Значит, пройдем в группы, посмотрим, да, то есть вот, допустим, по контенту вы делаете, получается, контент, какие-нибудь мемы, допустим, вот как здесь, и админы проверяют и дают баллы. То есть вам начисляют баллы, и уже исходя из того контента, который вы сделали, сколько баллов набрали в различных группах, вам, по всей видимости, будут давать какие-то призы, ништяки, либо же место в распродажах, то есть там уже как решит команда. Могу сказать, что я в этом проекте не сильно давно, но мне здесь все, в принципе, нравится, все на уровне именно маркетинг, такой вот движуха в Дискорде, она на уровне того же самого Ковалента, либо Мунбима, которые показывают хорошие показатели после выхода токена. То есть я думаю, что здесь также будет просто отличный продукт. В общем-то, заходите, смотрите, ссылки я оставлю в описании, присоединяйтесь и зарабатывайте баллы. До свидания.